все хорошо, спасибо. За исключением пар перестрелок, все спокойно. Ну тогда пройдемте ко мне в лабораторию. Обсудим там все детали вашего визита. Перейдем сразу к делу. Надо торопиться, иначе нам не справиться. Базу мы захватили, но необходимо пробраться в зону Цитадель 17 и уничтожить телепорт. Этим займется Гордон, а ты останешься здесь, на базе. Хорошо. Какая на данный момент ситуация? Пока все под контролем, но расслабляться нельзя. В любой момент может прибыть подкрепление, а людей у меня и так мало. Тогда мы можем прямо сейчас отвлекаться? Нет-нет, вам необходимо отдохнуть после длительного перелета. Спуститесь вниз, там сейчас оборудован временный лагерь. После отдыха я вам дам дальнейшие указания. Идите, я останусь здесь, надо закончить кое-какие дела. База атаковали страйдеры. Всем срочно подняться на них и занять боевые места. Алекс, Гордон, воспользуйтесь лифтом.
только что стало известно, что атака страйдеров не была случайной. Она была кем-то спровоцирована, и я думаю, знаю кем. Гордон, тебе необходимо уходить. Идем. Я тебя проведу к транспортной системе, по которой ты выйдешь прямо к транспортному узлу цитадели. Я постараюсь отключить систему наблюдения, если получится, но тебе все равно придется быть начеку.